Друзья, я всех приветствую на своем канале. Сегодня мы с вами пройдемся по магазину Fix Price и посмотрим, какие пришли новинки. Заранее прошу меня поддержать, поставить лайк и подписаться на канал. В продаже появился набор контейнеров, 4 штуки, 2 из них с перегородкой и 2 без. Размер 16 на 11 на 5,5 см. Все контейнеры имеют крышки, 3 расцветки ручек, цена 149. Новые расцветки пледов. Я уже присмотрела себе желтенькие размером 100 на 150 сантиметров. Чудесные, яркие, приятные. Есть однотонные, белые. И также темные расцветки. Пледы стоят 299 рублей. Смотрите, какие я еще нашла. Маловато, конечно, но можно использовать как подстилку для животных. 100% натуральное кокосовое масло. Подходит для кожи, а также для волос. При температуре ниже 25 градусов оно твердеет. Отличное защитное средство, цена 99. Также снова пришла поставочка 4D сияния шампунь. Подходит для окрашенных и осветленных волос, 500 мл, цена 59. И еще в большом количестве выставили жидкое мыло объемом 1 литр 250 мл за 59 рублей с манго и папайя. Гель для душа и ванны, ароматическое, фруктовое, с апельсином, шоколадом и корицей. Объем 500 мл, цена 79 рублей. И второй вариант с вишней, лаймом и фисташками. Охлаждающий актив гель Сустамол для мышц и суставов, объем 50 мл. С ментолом, эфирными маслами, цена 55 рублей. И еще два средства подвезли стоимостью 55 рублей. Это окопник. Гель-бальзам обладает противовоспалительным действием. С эфирными маслами эвкалипта и можжевельника. И бодяга объемом 100 мл. С ромашкой улучшает защитные функции кожи. Тоник от Сэндом с экстрактом красного вина. Тонизирующий, обновляющий, объем 250 мл. Цена 55 рублей. Также есть тоник с экстрактом алоэ, гиалуроновой кислотой и розой. Подходит для всех типов кожи. Хозяйственное мыло на основе натуральных растительных масел. Масса 180 грамм, цена 19,70. Чистящее средство Мистер Пропер. Сила и скорость. Сверху распылитель. Удаляет въевшийся жир, подходит для многих поверхностей. 450 мл. Цена 149 рублей, в магазине есть с апельсином и второй универсальный. Черный чай Липтон с липой и мятой, 25 пакетиков. В составе только черный чай, цветы липы и листья мяты. Также есть чай с чабрецом и с ароматом малины, 29,50. Набор пластиковых горшков для выращивания рассады. Объемом 400 мл, 6 штук. С поддоном, цена 149. Биолипостин, цена 79 рублей. Для идеального смачивания и лучшего проникновения удобрений в ткани растений. Как всегда, в сезон привозят почвогрунт в мешках универсальный. Объем 10 литров, цена 59. Универсальное пролонгированное гранулированное удобрение. Один раз в сезон применения. Объем 1 литр, в данной упаковке внутри еще лежит мерная ложка. К сожалению, пока без цены. В каждом магазине Fix Price сейчас оборудуют стенд с товарами для сада и огорода. Многое из этих товаров уже привозят не первый сезон, и многое я уже успела вам показать в предыдущих видео. Частенько, когда я бываю в магазине, цен еще нет, но когда вы уже придете, они будут. Декоративные фигурки, которые также продавались в прошлом году, если не ошибаюсь, они стоят 199. Пластиковые небольшие горшочки для цветов, подвесные, они обычно бывают в разных цветах. Цена 55 рублей. Также с прошлых годов остались еще горшочки для забора. Горшки коричневые, которые стоят по центру, они тоже пластиковые, но более тонкие. Размер 13 на 9 на 9 сантиметров. Цена 18,30. Разветвитель прикуривателя позволяет подключить сразу несколько устройств. Одно гнездо и два USB входа мощностью 1 ампер.
Еще один вариант разветвителя в салон автомобиля. С одной стороны три гнезда и еще два USB, тоже мощностью 1 ампер с двух сторон. Третий вариант, здесь гнездо уже прикрыто, также два отверстия USB, длина кабеля 100 сантиметров, цена 199. До нас буквально долетели птички декоративные из коллекции Color Block. На длинных ножках упираются в подставку. В темно-синем, голубом, серо-голубом и желтом цвете. В целом эти птички выглядят неплохо, сделаны даже аккуратно, но все равно нужно смотреть. Но фикс прайс на декор цены сейчас завышает, цена 199. В коробке увидела фигурную свечу с железным скелетом внутри. Хлопковый фитиль, стальная конструкция, сама свеча сделана из парафина. На картинке даже показали, что останется от свечки, когда ее сожжете. Цена 199 рублей. Так как это коллекция Color Block, они будут представлены в 4 расцветках. С формы решили тоже разнообразить. Это котик, лев и олень. Стало интересно, выглядит ли свечка точно так же, как на картинке. И правда, котик абсолютно такой же. Не имеет запаха. Около кассы нашла новые компактные кусачки для ногтей в виде зайчиков. Цвета в ассортименте, цена 99. Увлажняющие патчи для глаз. В одной пачке представляете 30 штук. Как они туда поместились, понятия не имею, нужно будет протестировать. С ниацинамидом и аденозином. Очередные большие кошельки. Я буду думать, что это котики, хотя ушек нет. Размер 19,5 на 10 сантиметров. На молнии толщина 2. Внутри очень много места, есть кармашек на молнии и специальные места для карт. Цена 199. Три расцветки в магазине. Сбоку есть колечко, за которое можно прицепить брелок. Мордочка на всех одинаковая. Новые подставки для телефона, выполненные из HDF, ламинации и картона. Простая в сборке, нужно просто соединить две части, цена 79. Картинки наклеены абсолютно разные. Ой, все. Сейчас пойду выпью кофе. И, кстати, не все они вертикальные, есть еще и горизонтальные, но получается, что подставка не универсальная. И, например, планшет уже не выдержит. Перчатки женские, легкие, скорее всего, подойдут на весну. С одной стороны они блестящие, на узенькую ручку в составе 91% полиэстер, 8% эластан. В нашем магазине я нашла только три расцветки, бежевый, темно-синий и черный, цена 199. Это тоже новые перчатки, и они уже теплее, сверху опушка, внешний слой полиэстер с покрытием из полиуретана, внутри 100% полиэстер. Кроме этого, на пальчике я заметила специальную вставку, но только на одной руке. Видимо, чтобы можно было пользоваться телефоном. Гладкий материал, цена 249. Цвета в ассортименте. Нашла 4, но думаю, может быть и больше. И пальчик, который сенсорный, на моем телефоне не сработал. Либо потому, что скользкая ткань, либо потому, что толстая. Детские свитшоты, на рукавах манжеты, сверху круглый вырез, 100% хлопок. Изнутри шершавые, цена 199. Единый рисунок, нашла только две расцветки. Думаю, ту, что поярче, можно взять и девочкам. Женские тапочки, вполне новогодний рисунок с ленивцем. Надпись So Sweet, подошва из полиуретана. Размерный ряд 36-40, цена 249. Набор платочков разных цветов с рисунком. Не уверена, что сейчас много кто пользуется именно такими платками. Размер 30x30. Три штуки за 55 рублей. Светлые больше женские, темные, конечно же, для мужчин. Клетка, полоска. Сейчас все больше люди пользуются бумажными платочками, это как-то гигиеничнее. Но, наверное, старички такие предпочитают. Колготки женские, капроновые, гламур 40 ден. Цена отличная, 99 рублей. Уплотненная часть шортиками, прозрачный мысок,
черном цвете и телесные. В канцелярии я обнаружила большие пеналы на молнии. Они выполнены из ткани, с одной стороны рисунок. Внутри карман сетка, цвета в ассортименте, цена 249. Подвезли прозрачные папки на молнии. Сверху есть длинная ручка, с одной стороны рисунок. Плотный материал, отличаются цветами, есть даже совсем яркие. Формат А4, цена 149. Набор фломастеров, шестигранная форма, тонкое письмо, 14 штук, цена 99. В пластиковом яйце игрушка-трансформер «Зверушка». Хоть оно и прозрачное, кто внутри, непонятно. Цена 149. Хотя, если взглянуть на коробку, то внутри должны быть динозавры. И всего 4 разновидности. Сегодня заметила вот таких новеньких красоток. Это кукла Аврора Шотландия. Кукла имеет подвижные конечности на шарнирах. Кроме этого, есть и другие наряды у этой куклы. Цена 249 рублей. А с обратной стороны коробки есть небольшая история. От Play The Game игрушка коллекционная «Самолет». У него есть подсветка, цена 299 рублей, с пружинным механизмом, работает от батареек, также есть звук. Новые расцветки разделочных досок размером 28 на 20 сантиметров. У доски есть отверстие, она отлично гнется, 55 рублей. Нож для пиццы с пластиковой ручкой. Нержавеющая сталь, цена 55. Это новая коллекция. Кажется, на сайте FixPrice она представлена под названием «Стальной стиль». Овощечистка из нержавеющей стали, также цена 55 рублей. Вертикальная и горизонтальная. Кому какая удобнее. Сито с ручкой, диаметром 20 сантиметров, цена 199 рублей. Сито приходит уже повторно, плохих отзывов не было. Терка с ручкой, цена 55 рублей, отверстия мелкие. Мне показался металл тонкий, для чего-то простого. Отличный нож для фруктов, длина 19,5 сантиметров, лезвие 8,5. Маленький, 79 рублей. И такой же представлен большой, 32 сантиметра, поварской, нержавеющая сталь, цена 149 рублей. Банка из боросиликатного стекла с крышкой из нержавеющей стали. Вставка силиконовая в крышке есть. Пленку необходимо снять. 199 рублей 850 миллилитров. Бокал бинго. Объем 285 миллилитров. Натрий кальций силикатное стекло. Цена 55. Бокал бистро для шампанского. Кажется, что стекло толстое, но посмотрите, уже есть скол. Скорее всего, его просто неправильно перевозили. Объем 190 мл. Боул белого цвета. По краям идет рисунок. Фаянс, объем 690 мл. Цена 79 рублей. Выполнено достаточно аккуратно. Пластиковый мерный стакан объемом 1 литр. С одной стороны для сахара и муки, с другой стороны отметки литры и миллилитры. Цена 59 рублей. На этом обзор заканчиваю. Благодарю за просмотр. Пишите в комментариях, как вам новинки. Забегайте в FixPrice за самым нужным и необходимым, а я, как всегда, буду вас информировать о новинках. Всем хорошего настроения, отличных покупок. Пока-пока!